С начала этого года в республике налог на имущество физических лиц определяется по новому принципу, исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Такое нововведение уже работает в 72 регионах. Сегодня представители Ассоциации органов исполнительной власти субъектов Приволжского федерального округа в области имущественных и земельных отношений обсудили, как реализуется новая система в регионах. Кадастровая стоимость наиболее приближена к рыночной, а это значит, что чем дороже квартира или дом, тем больше будет налог. Справедливое распределение налогов – цель этой практики. В Чувашии переход на новую систему поэтапный. Первые 4 года применят понижающий коэффициент, то есть нужно будет платить лишь часть суммы налога. Остальные регионы поделились своими практиками. То есть ставка налога 2%. 2% под налогообложение кадастровой стоимости попадают объекты недвижимости, указанные в налоговом кодексе. И помещение. Нюанс в том, что свыше 1000 квадратных метров. Это было сделано в связи с тем, что необходимо все-таки каким-то образом поддерживать субъектов малого и среднего предпринимательства. Обмен опытом и поиск лучших решений – основная цель заседания ассоциации. Вопросы, которые касаются управления государственным и муниципальным имуществом, это вопросы, относящиеся исключительно к компетенции субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Не всегда на уровне Российской Федерации и существует правильное разъяснение тех или иных позиций. Поэтому, как правило, субъекты, они при решении вопросов, связанных с имущественными отношениями, опираются чисто на свой опыт. И очень важно, что существует такая ассоциация, очень важно, что существует возможность общения, очень важно, что есть такой инструмент, с помощью которого мы видим лучшие практики других субъектов Российской Федерации. Мы видим практику судебную в том числе и практику взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти при решении тех или иных вопросов, связанных с земельными или имущественными отношениями. Несомненно, мы берем лучшее с других регионов после таких встреч и в каких-то других вопросах мы взаимодействуем, поэтому да, эти встречи очень полезны и опыт, полученный на этих встречах, мы используем. В Татарстане у нас достаточно большое количество оспариваний кадастровой стоимости, потому что мы один из первых субъектов, которые провели кадастровую оценку, когда внесли изменения и разрешили оспаривание кадастровой стоимости. Необходимо вносить за изменение законодательства, потому что от законодательства несовершенно этот вопрос плохо проработан. Ассоциация, действительно, это очень хорошая идея, действительно очень интересно поделиться опытом, послушать опыт других субъектов. У нас на сегодняшний момент налогообложение от кадастровой стоимости объектов капитального строительства не принято. Соответственно, приняли во внимание практику других регионов. У нас ведется работа по подготовке, подготовительный этап по определению кадастровой стоимости объектов капитального строительства. И на следующий год, как и у других субъектов, будет проведена очень большая работа по определению кадастровой стоимости объектов капстроительства.